Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня». Здравствуйте! С вами Малика Бакытбекова и прогноз погоды на телеканале «Магия кухни». По традиции в конце программы расскажу вам о полезных свойствах продукта. На сегодня это будет щавель. Но сначала о погоде на среду, 15 мая. Портовый город на западе страны Актау наслаждается солнечным маем. Днем температура воздуха будет составлять плюс 24-26 градусов, ночью 21-23 выше нуля. Относительная влажность воздуха 60%. Небо над западным Актобе будет ясным, синоптики прогнозируют солнце. Днем плюс 25-27 градусов, ночью температура понизится до 15-17 тепла. В городе, который стоит прямо на границе Азии и Европы, Атырау, синоптики прогнозируют солнечный день. Днем плюс 31-33 градуса, ночью 22-24 тепла. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. В первом космодроме мира Байконур синоптики обещают ясную погоду. Днем 28-30 тепла, ночью 17-19 выше нуля. В Балхаше, расположенном на одноименном озере Любви, по прогнозам синоптиков, день обещает быть солнечным. Днем плюс 20-22 градуса, ночью 13-15 тепла. В Лесказгане синоптики прогнозируют ясный день без осадков. Светлое время суток плюс 25-27 градусов, ночью 10-12 со знаком плюс. В угольной сокровищнице Караганде синоптики прогнозируют солнце. Светлое время суток плюс 23-25 градуса, ночью плюс 10-12. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. В Кокшетау ожидается день с переменной облачностью. Возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров будут достигать 23-25 градусов выше нуля. Ночью температура снизится до 10-12 градусов со знаком плюс. В краю зерна Костанай синоптики прогнозируют ненастную погоду – дождь. Днем плюс 25-27 градусов, ночью 16-18 тепла. В прибрежной Кызылорде ясно, осадков не ожидается. Днем столбики термометров будут достигать температуры плюс 28-30 градусов, ночью 17-19 со знаком плюс. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В городе на северо-востоке страны Павлодаре синоптики прогнозируют переменную облачность, возможен дождь. Днем плюс 25-27 градусов, ночью 12-14 тепла. Относительная влажность воздуха 39%. В городе Петропавловске ожидается дождливый день, местами с грозой. Столбики термометров днем достигнут отметок 26-28 со знаком плюс, ночью от 13 до 15 градусов тепла. В городе символе безъядерного мира семей синоптики прогнозируют осадки в виде дождя. Температура днем плюс 23-25 градуса, ночью 10-12 тепла. А в Туркестане ожидается ясный день. Температура в светлое время суток 30-32 градуса выше нуля, в темное время суток 19-21 градус тепла. А в европейской части страны Уральске ожидается благоприятная погода без осадков. Днем плюс 26-28 градусов, ночь от 15 до 17 градусов выше нуля. А в центре Восточно-Казахстанской области Усть-Каменогорске синоптики обещают проливные дожди. Днем 11-13 градусов выше нуля, ночью 5-7 тепла. Гостеприимный Шымкент ожидает солнечный день без осадков. Днем температура воздуха достигнет 25-27 тепла, ночью 14-16 градусов выше нуля. В Экибастузе синоптики прогнозируют облачную погоду с небольшим дождем.
Днем плюс 25-27 тепла, ночью 16-18 со знаком плюс. В крупнейшем мегаполисе Казахстана Алматы синоптики обещают ясную погоду. Днем плюс 20-22 градуса, ночью 12-14 тепла. В столице Казахстана Нур-Султане синоптики прогнозируют пасмурный день без осадков. Днем температура воздуха 22-24 тепла, ночью плюс 14-16 градусов выше нуля. В любую погоду заботьтесь о себе и о своих близких. Добавляйте в рацион питания только полезные продукты, например, щавель. Своеобразный кисловатый вкус и нежные листья позволяют готовить из него разнообразные блюда и напитки практически на любой вкус. Его сочетание с разными продуктами делает пищу неповторимой и запоминающейся. Эти сочные зеленые листочки содержат множество полезных веществ и целый ряд витаминов. Несмотря на уникальные и полезные свойства щавеля, не рекомендуется употреблять его слишком часто и в больших количествах. Прогноз погоды для вас провела выпускница Казахстанской медиа-академии Малика Бакытбекова. Готовьте по лучшим рецептам телеканала «Магия кухни» и будьте здоровы! Мы хотим, чтобы наши дети росли счастливыми и жизнерадостными, ярко раскрывали свои таланты, развивали красивую и правильную речь, легко общались на любую интересную тему, смело выступали на публике и перед телекамерами, уверенно владели актерским и ораторским мастерством и при этом сохраняли свою индивидуальность и неповторимость. Казахстанская медиа-академия. Курс «Ведущий интервьюер. Дети». Стань медийной личностью. 317-19-86. Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня».